я хочу жевательные мышцы, да, показать. Ну, это может кто захочет. Вот туберозитис масетерика, а это мускулис масетер. Ну, от внутренней поверхности скуловой, скуловой отросток, туберозитис масетерика. Эта мышца называется мускулис темпоралис. Височная, она занимает височную ямку. И туда сухожилие идет к ее венечному отростку. Там он принес, нет кости. Нижнюю челюсть можно взять. Чё? Нижнюю. Нету? Вы помните ветвь нижней челюсти? Да, ну да. И чё? А мыщелка и венечная. Вот он. Какой мыщелок-то хорошенький, острый, видите? Такой. А между прочим, диск, он же там еще эластические волокна имеет, чтобы расширяться вперед. Вот, вот сюда будет прикрепляться масетер, а вот это какой отросток? Венечный. Вот к нему височная. Уж если хотите знать, то и масетер, и височная, они все будут закрывать рот. Ну как, сокращение, сокращение, раз, рот закрыли. Опускают нижнюю челюсть мышцы, которые лежат выше подъязычной кости. Мы сегодня с ними не знакомимся и не будем сегодня. Теперь вот эту часть смотрим. Да? А это что? Ну вот так, да? Вот, вот так надо. А здесь тоже есть вот она мышца. Птеригоидос. Какая? Медиалис. Вот она. И медиалис, и масетер. У тебя они прям под углом сюда прикрепились. И обе закрывают рот. Все на то, чтобы рот закрывался. Это с внутренней стороны? Да, с внутренней. Вот. Поняли? Бугристость, вот она. И еще вы там видите вот такую мышцу, тоже крыловидную, но латеральную, вот она. Каждый из вас должен, вот, вот, вот я ее взяла, хороший вот этот препарат, вот. У нее-то задача, вот оттуда основание черепа, прикрепиться к шейке вот этого отростка. Кандилярис. И тогда эта мышца выдвинет, сократится и выдвинет от этого к этому, сокращаясь, вперед челюсть выдвинет. Латерализ, да, это? Да. Оставит на место задние пучки вот этой мышцы. И для того, чтобы разобраться хорошо с мышцами, вы возьмите череп, кто вам не дает. Просите череп и такую кость. И такой препарат. Приставили, посмотрели, чего как. Мы же не стоматологи изучают. Тут три слоя, между прочим. Отсюда, оттуда, отсюда. И там крыловидное пространство есть. Межкрыловидное пространство, где клетчатка. Тут много чего есть для стоматолога. Тут всякие осложнения бывают. Но мы это с вами пока не будем проходить. Мы будем просто два раза в год показываться к зубному врачу, да? Чтобы там ничего не было. Так, значит, вы поняли, да? Как учить эти мышцы? Поняли? Да. Ладно, теперь это уберем. Это уберем.